Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Все для самостоятельного изготовления шкафов-купе. Распил ДСП. Готовые к работе элементы из МДФ. Детали из стекла и зеркал любой сложности. Яркие фасады дверей. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». 69 400. Кировчане смогут безопасно гулять в городских парках. В Кирове стартовал второй этап противоклещевой обработки. Подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Кировские парки начали повторно обрабатывать от клещей. Акарицидная обработка всех зеленых зон города должна закончиться 8 июня. Напомним, на сегодняшний день от укусов клещей пострадало почти 7 тысяч человек. В поселке Садаковском пройдет внеплановая вакцинация от бешенства. Специалисты проведут обход домашних животных с 6 по 9 июня. В этом году на территории Кирова зарегистрировано 4 случая заражения. В Кирове продолжается масштабная реконструкция железнодорожного вокзала. На днях там завершился ремонт в комнатах отдыха, установлены пандусы для инвалидов. Кроме того, в здании появился Wi-Fi и бесплатные точки для зарядки телефонов. В Кирове появятся новые арт-объекты «Я люблю Киров». Если в прошлом году их было 5, то в этом будет около 8. Сейчас часть установок ремонтируется после прошлого года. Помимо арт-объектов в городе будут установлены 100 вазонов для цветов. 4 июня на стадионе «Родина» пройдет забег на шпильках. Участницам соревнований нужно будет пробежать 50 метров. Главное условие состязания – каблук должен быть не ниже 9 сантиметров. Победительница забега получит денежный приз. 4 июня в Кирове открывается сезон летних танцевальных вечеров «Вятские вечерки». Каждую субботу в 17 часов кировчан будут ждать на площади у филармонии. Все желающие смогут потанцевать под песни на гармонии и весело провести время.